Это уже около Павлова дома, теперь Никитин. Он прям бегом почти по столбу поднимается. Молодцы. О, как. Тоже в руки. На поясе оттягивается. Когти. Когти интересные. Кто-то же придумал. Холодно работать сейчас. Вот я стою немного, и то уже застыл. Володя с Никитой стоят тут. Интересно, холод. И в холод у меня голуби наружу все почти повылазили. А почему мокрые? Они крылышки поднимают, чтобы насекомых вывести. Вот они, видно. Мороз настоящий. С утра море шла, а сейчас тающий снег. А больше нету, да? Кого? Держи так, какого? Ледовой? Благослови их, Господи, за труды. А вы эти провода тоже пошли? Не, мы сюда доведем, да сейчас. Автомат выглядит, и отлично. Тут же три фазы. Ну, три. Как у них сделано здесь? Сбоку, дома. Немножко под крышкой. И сбоку изолятор повесили. Вот, думаю, что сгодятся. А у Павла тут трехфазный был. Вот они, провода какие остались. Он сам электрик. Знатный был. Что ты, все, ага? Знаете как. Значит, каждый у них свою работу выполняет. Один на один столб лезет, другой на другой. Один провод протягивает. Это слаженная такая работа. Какой? Слава тебе, Господи, что при нас. Сегодня мы выезжаем. И сегодня приехали. Еще подать мы можем сами. Но мы тут распределили, наказали кому. Кому ключи. Я зайду маленько с этой стороны, чтобы увидеть, как тут в ящике ставят один. Благослови. С той стороны ветер дует, невозможно. Прямо объектив весь затягивает. Благослови, Господи, сделать все. Вот там на новой избе аккуратнее, да. Как натягивается. Какие приборы есть, а? Я их не видел еще так. На провод нацепляет что-то. И дальше как-то протягивается. Да? Ты там держишь, а вес туда перемещается, на ту сторону. Вот так.
Вот наверху снимает. Подсоединяет, там накидывает, как говорят. Там работа идет тоже. Голыми руками. Та сторона не тронутая, старая осталась проводка. У меня руки застыли, на. Поснимай тобой, тобой, вон туда. А то, маленько так прикрывай вот это, чтобы не попало. У меня руки совсем застыли. Погоди, я сними его. Да, я снимаю. Ну они вон там провод спустили, вон, со столба. Там с лестницы потом можно будет достать. Надо. С лестницы, да? Ага. Че? Сейчас подарю всем. Так. Прошу сначала. Ну все, какой остаток считай. Что осталось? Скажите, пожалуйста, у вас выход в интернет есть? Нет. Если будет примерно неделю, вы увидите наш там YouTube. Ну я смотрел уже. Мы линию когда строили. Да, да, да. Это мы тоже там пойдем. Там много интересного. Проверять воду. Я пошел, у меня ноги замерзли. Да я тоже уже после баньки-то замерзаю. Так, ключики потом заберешь на вороте, да?
Угу. Давай. Там посмотрим.